Топ-3 самых худших телефонов для игры в Standoff 2. Я хочу добить 100 тысяч подписчиков до Нового года. Подпишись и поставь лайк. Помоги мне осуществить детскую мечту. Для каждого игрока очень важно иметь хороший телефон. Этот топ поможет вам не ошибиться с покупкой нового телефона. Третье место. Redmi 9A. Этот телефон до сих пор еще продается и очень старый. Этот телефон считается бюджетным и с очень слабыми характеристиками для игр. Второе место. Tecno 8C. Сейчас много где рекламируют этот бренд, но качество сборки устройства оставляет желать лучшего. У этого телефона очень слабый процессор, также этот телефон очень сильно греется и убивает аккумулятор. Первое место — Infinix Smart 6+. Этот телефон очень дешевый и с крутыми характеристиками, правда качество этих характеристик ужасное. Бренд Infinix делает почти такие же телефоны, как и бренд Tecno, и зачастую очень и очень слабые телефоны.